Кирове борьба с незаконной рекламой выходит на новый уровень. Чиновники решили позаимствовать опыт своих китайских коллег. Подробности далее. Эфир продолжает рубрика «Короткой строкой». В Кирове решили бороться с незаконной рекламой по китайской системе. В горадминистрации признали, что срывание объявлений не помогает. Листовки появляются на этом же месте на следующий день. Суть китайского метода в том, что операторы колл-центра звонят по номерам телефонов, оставленных в объявлениях, и предупреждают об ответственности. Если листовки с мест не пропадают, специальный робот начинает постоянно звонить по этому номеру и занимать линию, тем самым делая рекламу недейственной. В городе прозвучит сирена. Во вторник, 9 апреля, правительство Кировской области проведет плановую проверку систем оповещения. Из громкоговорителей передадут звуковой сигнал и информационное сообщение. Также оповещение заработает на радиостанциях и телевидении. Кировчан просят соблюдать порядок и спокойствие. В Кировской области начали проводить вакцинацию от кори. В предыдущем году в области зафиксированы 3 случая заболевания. Иммунизацию следует пройти тем, кто еще не переболел корью или не делал прививку. За медуслугой можно обратиться в поликлинику по месту жительства. Иммунизация пройдет до 1 октября 2019 года. За более подробной информацией следует обратиться в Роспотребнадзор. Номер телефона указан на экране. В Кирове высадят петунии, бархатцы, виолы, бальзамины, калеусы. В Кирове создано более 100 площадок, где высадят цветы в этом году. Мэрия уже ищет подрядчиков. В их обязанности будет входить не только высадка растений, но и уход за ними. На озеленение города в этом году потратят 9 миллионов рублей. Работы пообещали закончить к 12 июня.